Привет! Я Богдана, и вы на канале Фотобум, где мы рассказываем о товарах для фотографов и видеооператоров. Автономный постоянный студийный свет. Что это? Многим непонятно. Новичкам будет полезно, а экспертам на заметку. Само слово «автономный» уже говорит нам о том, что источник света для работы не зависит от сети 220 вольт и позволяет работать вам на съемочных локациях, где нет розетки. Одним из таких источников света есть Godox SLB60W – светодиодный осветитель, у которого встроена LED-матрица общей мощностью 600 Вт. При единой температуре света 5600 кельвинов и индексом цветопередачи CRI, который равен 95. Это высший показатель, который точно передает естественный цвет объекта съемки. Диодный осветитель Godox SLB60W оборудован плавной системой регулировки мощности от 0 до 100%. На боковой панели прибора размещен регулятор и информационный дисплей, на который выводятся все текущие настройки – мощность, температура, канал и группа. Разработчиками была заложена функция 16 независимых каналов плюс 6 групп, что дает возможность управлять настройками, если у вас в работе задействованы от 1 до 6 LED-панелей. И через пульт дистанционного управления Godox RC-A5, который идет в комплекте, вы можете управлять настройками на расстоянии, независимо от каждого моноблока. Прибор оснащен самым распространенным байонетом типа Bowens, что дает большие возможности в применении насадок по контролю света. Преимуществом постоянного света Godox SLB60W есть съемная батарея, которая и позволяет работать автономно данному источнику света. Это и обеспечит вам мобильность и свободу выбора локаций. От батареи прибор может работать до 60 минут на полной мощности. А если же вы будете снимать в помещении и вам нужно будет больше времени, вы можете приобрести ADAC-адаптер постоянного питания, который позволит вам подключиться к сети 220 вольт. Активная система охлаждения у данной модели работает относительно негромко, что позволит комфортно записывать видео со звуком. Сам осветитель выполнен в металлическом корпусе. Стандартная металлическая втулка с винтовым зажимом дает возможность устанавливать на фотостойки напольные или подвесные журавли, а также подвесные системы. Для изменения угла наклона вам необходимо будет удерживать за аккумулятор, установленный на задней части корпуса. Ослабить фиксатор, который расположен в боковой части прибора, выбрать нужный вам угол наклона и тем же фиксатором зажать. Полный комплект поставки данной модели составляет сам моноблок со встроенной LED-матрицей, защитная крышка, стандартный рефлектор, пульт дистанционного управления, литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство. Выбирайте осветительные приборы для съемок максимально правильно. Этим вы себя обеспечите нужным осветительным оборудованием, и это избавит вас от ненужных дополнительных затрат на покупки. Пусть ваши съемки будут неповторимыми. И помните, в этом большую роль играют осветители и дополнительные аксессуары по контролю света. Ну вот, собственно, и все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Ссылка на товар под видео. Всем пока!